я вижу, кстати, друзья, вот женщина как раз с уловом стоит. Красавица, расскажи, пожалуйста, что ты сегодня купила? Ой, я столько ходила долго, но купила себе часы обалденного любимого цвета. Прям горда покупкой. Хотела бы купить еще больше, но засмотрелась на прекрасных звезд на Муз-ТВ и... Видите, фиолетовый — это тренд сезона, поэтому, ну что ж, мы тебе желаем, чтобы ты никогда никуда не опаздывала и всегда приходила вовремя. Нет, такими часами я никуда опаздывать точно. Отлично. Итак, ну а мы идем дальше. Расскажите, пожалуйста, сколько денег в среднем вы оставляете в магазине, когда идете с покупками? Ну, 1005, наверное. 1005, а на что оставляете? Плеер каждую неделю себе нового покупаете или все-таки это продукты? Часть продукты, часть плеер. Ну а все-таки вот покупались альбомы наших звезд. И кого последнего купили? Последний купил Нюша. Альбом. Я тебе выпускал альбом. Ой, а вы прямо сейчас можете в прямом эфире передать Нюше привет. Что бы вы ей пожелали? Какая песня вам больше всего нравится? Да все песни хороши. Кстати, недавно у Нюши было день рождения. Все мы львы, поэтому, Нюша, мы поздравляем тебя с... Как вас зовут? Леонид. С прекрасным твоим поклонником Леонидом с днем рождения. Будь счастлива и пиши такие же хорошие песни. Ну, а мы идем дальше. Вот тут папарацци меня снимают на телефон. Расскажите,